Депутатам предложено внести поправки в бюджет района на 2008 год. Это связано с изменением обстановки на кредитном рынке, повлекшим удержание стоимости кредитных ресурсов. Как следствие, ставка по кредитам увеличилась до 18% годовых. Буквально вчера мы получили уведомление от нашего банка «Возрождение», с которым у нас заключаем кредитная линия, что они готовы нас кредитовать под 16%. С дальнейшим, возможно, увеличением процентной ставки. Жилищный фонд Солнечногорск в районе составляет 875 домов. 25% признаны ветхими. В них проживает 903 семьи, это 1947 человек. В целях переселения была создана муниципальная программа. Ее осуществление зависит от решения ряда вопросов. Это подготовить условия и разработки механизмов переселения граждан из ветхого аварийного фонда, ликвидации существующего ветхого и жилищного фонда в Солнечногорском муниципальном районе, создание условий и механизмов привлечения различных внебюджетных источников для реализации мероприятий программы. Поддержать малый бизнес в районе также планируют за счет специально созданной программы. Она позволит регулировать деятельность и создавать условия для развития предпринимательства. Срок ее функционирования 2009-2012 год. На реализацию заложено почти 98 миллионов рублей. Создание обеспечения деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства в Солнечногорском муниципальном районе, финансовая, информационная, консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства, поддержка субъектов в области подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров. 10 ноября 2008 года 5 членов Совета депутатов сельского поселения Кутузовское сложили свои полномочия по собственному желанию. В результате местный орган представительной власти оказался в неправомочном составе. Глава поселения обратилась в районный совет депутатов с просьбой рассмотреть и утвердить ряд решений и бюджет сельского поселения Кутузовское на 2009 год. О налоге на имущество физических лиц 4 сентября 2008 года, проект решения о земельном налоге 4 сентября 2008 года, проект положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Кутузовское 29 сентября. Все представленные на повестке дня положения были одобрены членами комиссии единогласно. Окончательные решения будут приниматься на ближайших заседаниях районного совета депутатов.